Удалясь, у меня предки на дачу срулили, а Генка мне опять продинамил. Нужна ты ему? У него другие заботы. Раньше такой неутомимый был в постели. Иной раз сексом занимались все выходные. Два дня подряд. А сегодня опять к сварщику какому-то поехал. Зина, ты что, не понимаешь? Он не к сварщику поехал, а к варщику. Он что, наркоман? Они пока на таске, все гиперсексуальные. А через 2 месяца торчания на винте про секс забывают. Ой, а у тебя что ли парни лучше? То один, то другой. Не твое дело. Это ты вообразил себя недотрогой. Я Генке верна до гроба. Он же винтовой. У тебя тоже ничего не выйдет. Знаю я твоих тормозов укуренных. Со своим нарком лучше разберись. О, Зинка, а ты откуда? Я тут зашел по делу ненадолго. Ненадолго? Я тебя вчера весь день прождала. Предков на дачу отправила. Обещаю, завтра точняк зайду. Кстати, бабла не подкинешь. Я завтра все объясню. Отстань, Генка, надоело. Не хочу больше тебя видеть. Зина, дорогая, ну прости. Кэт, что же делать? Для начала на СПИД и гепатит проверься.